Добрый день, дорогие друзья! Добро пожаловать на мой канал! В этом году посадила фасоль, и она у меня выросла. Сегодня хочу поделиться с вами рецептом консервирования фасоли в автоклаве. У меня 5 килограммов фасоли. Я ее промыла и замочила на ночь. В этом рецепте самое тяжелое для меня – помыть банки. Не люблю этот процесс. Накладываю фасоль в банки. Банки на палец не полные. Добавляю в каждую банку по одному лавровому листу, несколько горошин черного перца, 1 чайная ложка соли и ложка томатной пасты. Можно фасоль сделать с морковкой и луком. Просто овощи нужно предварительно обжарить. Заливаем банки водой. Берем крышки и закатываем банки. Крышки я предварительно залила кипятком. Далее нужно надеть зажимы. Резинки для зажимов заливаю кипятком, чтобы стали мягче. Вместо резинок можно использовать хомуты. Далее в автоклав вливаем 3 литра воды и ставим банки. У меня автоклав старенький, ему лет, наверное, больше, чем мне. Но со своими функциями справляется отлично. Банки ставим в 2 ряда. В каждом ряде у меня по 8 пол-литровых банок, всего 16 банок. Когда все банки поставили, закрываем автоклав крышкой и закручиваем вентиль. Ставим на огонь. Ждем, пока вода в автоклаве закипит. Это будет видно, когда из клапана начнет идти пар. Уменьшаем огонь и оставляем на 2 часа. Через 2 часа выключаем огонь, но автоклав не открываем. Я открываю его где-то через часа 2, чтобы он немножко остыл. Открываем крышку автоклава и видим минус 1 банка. Да, и такое бывает.
остальное все целое. Фасоль разварилась. Ничего сложного, попробуйте, не пожалеете. Если вам понравилось видео, ставьте лайки. Спасибо за внимание. Желаю вам удачных заготовок. Подписывайтесь на мой канал. Будем готовить вместе. Скоро увидимся.